Всем привет, ребят! С вами я, Марк, и вы на канале 2А42. Ребят, знаете, 8 июля была моя день рождения. Да, там было у меня 7 подарков. Вот, видите, даже шарики тут, чуть-чуть поддутые всякие приколдесы. И, ребят, помните, там один подарочек? Электронный конструктор знаток. Я вам там обещал. И, кстати, ребят, я на то видео оставлю ссылочку в конце ролика. Я обещал распаковку. Ребят, этот конструктор я уже открывал, собирал, все схемы собрал. Но, ребят, не обращайтесь, что вот здесь 180 схем. Я собирал до конца, я там 32 схемы. Я собирал до конца, и там все было конец. И, ребят, давайте это откроем. Открываем. Электронный конструктор знаток. Найс. Класс. Инструкцион. Как всегда. Кстати, ребят, это самая первая схема. Я ее знаю, это какой-то датчик там. Это покрышка, на что мы будем ставить это все. Тут для батареек. Тут включатор, выключатор. Вы сами знаете. А это, ребят, кнопочный включатор-выключатор. Это лампочка. Вот лампочка такая. Красный фонарик. Вот это выключалка, я как помню. Вот это, ребят, знаете что? Это магнитик, вот. Вот магнитик. Подносим, и получается эффект покруче там. Если идем с вентилятором, там вентилятор просто крутит, подносишь, вот мочи начинает. Ну вот, ребят, вот и вентилятор, вот. Это всякие провода, да, это провода, но они не гнущиеся. Это микрофон, вот здесь мелодии, как я помню. Вот сам пропеллер. Это я не знаю, что. Так. Вот это по моей схеме. По-моему, это паечный включатор-выключатор. Напишите в комментарии, если знаете. Давайте соберем с вами что-нибудь. Так, инструкцион. Открываем там схему. Так, ля-ля-ля, тополя. Это всякие блоки. Вот это я знаю все. Это про эти штуки и про этот фонарик. Это всякие штуки тут. Ищу ля-ля-ля, тополя. Вот, первая схема. Это, ребята, кстати, образец. Вот как выглядит эта схема. Ну, везде будет так выглядеть. А вот как она выглядит тут. Давайте соберем. Так. Берем платформу. Берем пятюнику. Вот, пять. Вот здесь, видите, пять. Ее надо поставить. Вот здесь. Хотя сдвину-ка ее вот сюда. Берем 3. Вот. 23. Так, ставим. Подключаем. Ребят, кстати, знаете, как понять, вы правильно собрали или неправильно, или батарейки разрядились, если она не работает. Вот. Это все знают. Так, точно там. Да, пятюнька. Проводок. Батарейки тут вчерашние. Я вчера стала. Так. Подключили. А. Четверка. Берем четверочку. Ее... Надо вот сюда присобачить. Берем двойку. Вот, она вообще маленькая. Такая, ребята, я не понимаю, зачем тут единицка. Не понимаю единицу, зачем. Так, поставили. Берем тройку. Включатор, врубатор. Так, так, присобачили. И берем самокадер контактов. Все.
Ребят, это реакция. Вот здесь, видите? Вот это переключает всякие громкости. Отсюда уходит звук из динамика. Так, сейчас разберем и будем соберем другую схему. Вот эта схема мне тоже очень нравится. Шестая схема. Советую. Так, ребят, оставьте пропеллер. Прикрепить его на мотор. Как показано на картинке, прокрутить. И удачи. Летная пропеллер. Все понятно. Внимание, будь осторожны. Конечно, я сможу так. Бум, нажмет. И там. Ребята. Вот это и крутая реакция. Знаете, какая еще крутая? Когда вот эти две стоят. И вот здесь еще динамик. И музыка вот так бум-бум. И вот так. Давайте еще повторим. Так, закручиваем. Классно! Вот еще прикольная штука. Дверной звонок. Давайте протестируем. Это вот такой... Это вот 21-я такая мелодия. Прикольно, вы узнали мелодию? Кто знал, пишите в комментариях. Ребят, это другая мелодия под циферкой 23. Давайте послушаем. Ребята, это не монтаж. Классно. Класс. Тут очень много схем. И это последняя схема на сегодня. Я тут должна загореться лампочка. Моя любимая. Пропеллер. Ставим. Ребят, знаете, почему отсоединю? Тут нету включателя. Вот схема. А вот как выглядит включатель. А на схеме его нет. Самое главное, чтобы были контакты соединены. Даем моторчику разогреться. Так. Сейчас будем отсоединять. Смотрите. Я думаю, что только не шире. Я думал, она будет наподобие той, помните, кнопочку. Нажимаешь. Она вот так разогревается, потом отжимаешь, она взлетает как ракета. Давайте еще. Давай, штука, не подведи меня. Так, наверное, надо что-то другое открепить. Ребят, этот конструктор очень-преочень крутой. Ребят, я вот давно хотел... И мне родители сказали, что на день рождения. Я думал, блин, уже не подарят. А все-таки подарили. Очень крутой. Тут 180 схем. Еще опыты. Видите? Вот эти это опыты. Опыты. Всякие опыты. Кстати, ребят, я некоторые опыты делал. Они тоже улет некоторые опыты. Только про ту штуку, где лишь она только... взлетает, там я не читал опыты, но обязательно почитаю. Ребят, буду с вами прощаться. Вы были на канале 2А42. Всем удачи, всем пока!